Йоу, ребятушки, всем привет, с вами Рамзес, и сегодня мы играем на таком замечательном зомби-сервере под названием «Элитные зомбари», ребятушки. Здесь скидки 95%, ребят, 95%. Випка навсегда стоит 10 рублей, админка 50 рублей, супер-админка 75, получается владелец продажи админок, то есть вы все сможете это продавать, стоит 200 рублей. Спонсор, полный доступ ко всему, вы в нашей команде, то есть, ребятки, 300 рублей, и купить весь сервер 500 рублей. Ну, випка, админка по 150 рублей, 100 рублей 50, так что, ребятушки, дерзайте, онлайн здесь очень хороший, то есть все покупают, ребят, очень дешево. Ну что, приступим к серверу, давайте классы зомби, шаман, гипноз, хищник, ускорение, жердяй, много хп, прыгун высоко прыгает, демон выброс, призрак вип, а я кто? Я спонсор, ребят. Призрак вип, энерджи, супер админ, и все, давайте выберем энерджи, сейчас посмотрим скинец какой будет. А, люди победили, отлично. Вот такой скин, я не знаю кого. Ну, мы посмотрим, так, берем это, и давайте хант, скорость, это типа перчатки такие. Окей, давайте дальше посмотрим. Кнайф не работает что-то. Кнайф вроде один раз в раунд макс выживший. Вот такой, ребята, и здесь я не знаю, что он делает. Давайте мы сейчас убьем его. Убьем. Я убил. Он дофига, ребят, хп сносит, если честно, как вы видели. Так, второй у нас нож силы. Вот такой, бензопила такая. То есть вот так, тут очень дешево, ребятушки, покупаются привилегии через сайт, то есть все, то есть вы пишете сейчас, опять выживший, пишите свой ник и пароль на сайте и сервер, то есть здесь проект, то есть 5 серверов, так что, ребятушки, можете посмотреть и выбрать себе на свой вкус все, что захотите, дорогие друзья. Так, что-то мы не можем убить ее. Бессмертие. У нас 1000 хп, о, 1000 паков сразу дало, здесь всем 1000 паков дается, так что, ребятушки... Дерзайте, дорогие мои. Так, то есть все через сайтец, то есть випкой 10 рублей, 10, ребят, прикиньте, 10. На, и все, мы победили. Бензопилу показал, давайте следующее показывать буду. Далее у нас идет Energy Crobber, ловкость, вот такая вот палочка, ребят. Здесь 3 прыжка, то есть вот так. Так, все, давайте сделайте обычное заражение. Также паутинка есть. Ай! Несколько раз только доступно, я сейчас только понял, не посмотрел. Бой пособы, макс первый зомби, давайте. Хорошо, что парашют хоть есть, это радует. Так, гранаты. Первая граната, давайте. Вторая граната. И тыквочка. Давайте это все выбросим, давайте дальше. Магазин. Так, граната показал, лазерные мины. Вот такие. То есть стандартная броня, то есть лимит брони 500. Отлично, ребят, то есть вообще вы покупаете випку за 10 рублей, все, вы бессмертны. Пистолет вот такие. А еще один пистолет. Вот такой. Прикольно, согласитесь, ребят. А, и сборка мани, то есть и мани есть, и паки есть, ребят. То есть прикольно получается, и мани, и паки, то есть... Два в одно, можно так сказать. Прикольно. Гранатомет. Автомат, гитара. Автомат я быстренько, ребятки, покажу. 2-4. Ребят, буду снимать серии сегодня, завтра и послезавтра. То есть выложу, то есть по этому серверу. Так что заходите, ребят. Серии будут с понедельника по среду только на этом сервере. То есть... будут выходить каждый день по этому серверу. Так что, ребятушки, дерзайте. Дерзайте и покупайте. Вот видите, онлайн очень хороший. И випка 10 рублей стоит всего лишь. Так что, ребятки, здесь разброс сильно большой. Два. Здесь тоже. Вот здесь. Вот это. Винтовочки уже пошли в СКшки. И паки даются нам, ребят. Прикольно. И мани. За мани тоже, походу, что-то можно покупать. Но я только не знаю, что... 6, о, это уже таких я не видел, 6, 7, 8, о, прикольно, кстати, штучка такая, а пулемет, это миниганчик такой, ух ты, какой разброс, ну он валит, ребят, боже, посмотрите как, он мощный, ребятушки, позыбайте.
Прикольно, кстати, ребят, он очень мощный. И джетпак вот так. И то есть летать можем, все прикольно, все отлично, все окей. Так, то есть очень-очень круто, давайте выбросим, посмотрим, вот такой джетпак у нас, вот такой. То есть прикольно, прикольно. Так, давайте дальше. Что у нас застрял? Вы не застряли? Голос. Ух ты, как ты так быстро, мое солнышко, оказалось здесь. Голосовать за биту, то есть босс, типа, ребят. А передать, а мы можем передавать, выдать VIP, паутинку, то есть вот это мы все можем выдавать. Так, далее в игру, то есть счет опять ама, купить привилегии, вот. Вот это мы видели, ребят, то есть вот, цены 10, 50 рублей, очень дешево все. Так, это я снова сюда нажал. VIP меню, ребят, взять броню, так, М9 VIP, взять антидотом 9 VIP, взять паки, превратиться в босса. Давайте попробуем. Вот, я такой вот прикольный. Только меня сейчас убьют. Также взять выжившего. Я и того, ребят, беру. А выжившего тоже такой разброс, наверное, очень большой. Я точно не знаю. Так, далее. То есть вот, это вам все будет доступно всего лишь за 10 рублей навсегда, ребят. Вы только представьте, возродиться можно. Но мы, типа, живы. Меню админа кикнуть, забанить, ударить, убить. Ну вот это вы все знаете. Ребятушки, здесь что за фигня? А как это использовать? О, найс, меня заразили. Отлично. И супер админ меню. Бесконечно патроны можно включить. Давайте включим. А, взять ама. А, меню раздачи ама. То есть даже ама меню есть. То есть давайте попробуем себе выдать. Давайте Рамзес. Вот. Да, все далось. Отлично, отлично, братюни. Вот здесь еще скин какой-то прикольный такой. Где он? Где он? Где ты? Сюда. Куда ты улетел? Найс, и он умер. Ай-яй-яй-яй-яй. Прикольно. Давайте. Так, ребятушки, в следующий... Так, ну, то есть, не забывайте, ребят, завтра, послезавтра буду здесь играть только. Так что можете попасть в серию, заходите. Будем играть. То есть, будет прикольно. Прикольненько. Так, нам нужно как-то возродиться, только я не знаю как. 9. Купить привилегию. Так, подождите, ребят. Меню привилегий F5. Давайте F5 нажмем. Но что-то у меня не нажимается F5. Не знаю почему, не нажимается. Так. Блин, блин, 40 секунд остается. А я не показал все оружие. О, какой-то шар, ребят. А, это мы, походу, такой шар бросаем. Я сейчас только понял. Найс, мы заразили. Давайте этого. Ай, не можем, чё-то не можем, не можем, не можем, дорогие друзья. О, джетпак, прикольно. Вот, мы бросили инфекционку. И никого ей не заразили, блин, жалко, 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 жалко. Блин, у него джетпак, наверное, да? Притяжение, чё-то тоже. Вот так вот. То есть прикольно, ничья. И давайте сейчас покажу на последнем для випов и для супер админов какой-то. Че, вот для супер катаны. И для випов кнайф. Че-то кнайф недоступно. Я не знаю, почему кнайф. Не знаю, братюни. Но в принципе все, думаю, вам понравилось, ребят. 3 дня буду играть. Заходите покупать привилегии все через сайт. То есть все в описании оставлю. Ну а с вами был я, Рамзес. Всем заходим, все играем, ребят. Буду 3 дня здесь играть. Сегодня, завтра и послезавтра. Ну, всем удачи, всем пока. Пока-пока.